странно. Ты живешь свою жизнь. Идешь домой. Думаешь про завтра. И ты не знаешь, что кто-то чужой уже влез в твою жизнь. Все в ней зачеркнул. Знаете много того, чего не знаем мы. Он был известный художник. У него были враги? Где она? Беги! Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Тебя разыскивает Интерпол. Во что ты его втянул? В чистое искусство. Что не так с этой картиной?